Привет! Сегодня я отзанималась в зале, несмотря на то, что мне не хотелось сюда идти. И во время тренировки я слушала аудиокнигу Стивена Гайза «Мини-привычки, макси-результаты». Мне книга очень нравится. Там как раз говорится о маленьких привычках, которые, в принципе, не представляют большой трудности, но если их вводить в жизнь каждый день, автор начинал с одного отжимания в день, то они ведут за собой огромные результаты. Потому что если привычка есть делать что-то очень маленькое, оно ведет за собой и большое. И особенно интересно, как влияют привычки на наше отношение к стрессу. Например, раньше у меня была привычка заедать стресс. Я привыкла взять что-то сладенькое, вкусненькое, выпить чай, когда мне было плохо или когда я устала. А сейчас, когда мне плохо или я устала, я иду в зал. Я отзанималась, и мне так хорошо. Но я собой еще, помимо всего прочего, довольна. Я горжусь собой от того, что все-таки я пересилила себя, сделала это. То есть я достигла какого-то результата для своего здоровья и заодно сняла стресс. Вот. Книга замечательная. Книга Стивена Гайза «Мини-привычки, макси-результаты». Очень советую всем.